первоклашка возвращается домой 1 сентября и кричит на родителей: «Вы меня обманули! Вы мне все врали! Что, сынок, не так? Вы говорили, первый класс, а там даже не эконом! Кресла твердые, столы из ДСП, даже шведского стола нету! Аниматорша какая-то, и то нервная!» Сегодня 1 сентября, начало учебного года. Хочу пожелать вашим деткам хороших оценок, замечательных знаний, ну а, конечно же, вам терпения, терпения и еще раз терпения. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!